Приветствую, меня зовут Димон, и ты на канале Просто Наден. В последнее время мы с Сашкой активно делаем ремонт, многие вещи мы делаем сами впервые и делимся результатом в видосах. Поэтому, помимо распаковок, есть немного видео с ремонтом. В общем, в одной из комнат мы решили поменять мебель, и она полностью из дерева, без всяких покрытий и красок. И одним из пунктов стал вопрос приобретения каких-либо интересных деревянных часов. И так как, помимо всего, я еще увлекаюсь различными деревянными механическими конструкциями, у меня на канале их уже очень много, я нашел на Алишке шикарные деревянные часики в стиле стимпанк, поэтому собирать мы будем их сами. Так сказать, совмещаю приятное с полезным. Моделька часиков должна быть просто огонь. Цена по ссылке $47, но в распродажу с учетом скидок, купонов, огромного везения и кэшбэка цена вышла $34. Упаковка, конечно, мне очень нравится, несмотря на то, что она пострадала. Немного сбитые углы, и тут, конечно, продавцу нужно немного позаботиться о безопасности своих посылок. Кстати, вот такой момент прикольный, здесь вот такая вот есть ручка. То есть, по сути, это как маленький такой чемоданчик. В общем, как говорится, на презент можно смело брать. Бренд называется Rocker. Это достаточно популярный китайский бренд, который занимается именно различными конструкторами. Вот таким образом у нас будут выглядеть часы. Здесь у нас используются римские цифры. Также здесь есть знаки зодиака. Здесь, по-моему, еще есть дни. Месяц можно будет что-то выставлять, еще какие-то. В общем, много всего функционального, но как оно будет все работать, будет непонятно. То есть, возможно, что-то нам придется самим руками выставлять. Ну, а механизм у нас используется здесь обычный, то есть стандартный пластиковый, на батареечках стрелочки выводим, и все у нас должно работать. С тыльной стороны у нас нарисованы наши часики. Также небольшая вот есть рекламка. Здесь у них имеется вот такой вот календарь. Есть вариант часов, как сова, еще какие-то часы, то есть таким сложным механизмом. Но конкретно в моей модели будет всего лишь 168 деталей, уровень сложности 3, и размеры после сборки это 335 на 295 на 55 мм. Ух, ребята, у меня такое чувство, что я открыл какой-то сундук с сокровищами. Блин, прикольно все это выглядит. В общем, что у нас тут есть? Вот такая вот пластина. Запакованная. Тут у нас, судя по всему, наши детальки. Сейчас мы их пока отложим в сторону. В комплекте, значит, у нас вот такая вот пошаговая, судя по всему, инструкция. Здесь у нас указывается, нифига себе, указывается, тут винтики, что ли, будут какие-то. А, это, наверное, для того, чтобы собрать механизм. То есть различные винтики, они, спецификация ихняя, указывается маркировка P6, P7, P8. Вот так это дело выглядит. Ну и далее идет уже инструкция, какую нам детальку взять. Все вроде бы указано, C1, B3, A3, то есть детальки у нас будут также маркироваться, то есть какую детальку нам взять, как ее соединить. Далее у нас вот такая вот рекламка, кстати, тоже достаточно стильненькая. Ага, ну и вот, собственно, получается весь механизм. Это наши винтики, гаечки. Угу. Тут еще наклеечка вот такая есть, да, то есть можно, судя по всему, на двусторонний скотч потом повесить наши часы, то есть мы, в принципе, можем и не сверлить стену, если, как говорится, есть у нас куда вешать. Механизм самый, что ни на есть, обычный, на батареечку формата 2А. А, ну и вот получаются стрелочки наши, да, стрелочки. И все в комплекте. Более в комплекте ничего, там уже все пусто. На всякий случай нам положили кусочек наждачки, вот такой вот совсем вот маленький, это вдруг, если что, нам нужно будет зачистить. Фанерка здесь толщиной 5 мм, это первая деталька, вот такой вот. Ой, слушайте, гравировка очень красивая, посмотрите, какие все элементы хорошо выжжены, классно выглядит. Далее вот такая вот пластина с такими вот деталюшками. Следующая вот такая вот крашеная пластина, на ней у нас цифры и месяцы на английском языке. Ну а это, судя по всему, у нас основные пластины с основными уже деталюшками. Опять же, у нас, я смотрю, тут месяцы, цифры, различные детали. Еще одна большая пластина, это, судя по всему, основание наших часов. Ну и последняя тоже вот такая вот крашеная пластина. Все, я уже предвкушаю приятное времяпрепровождение, и мне не терпится приступить к их сборочке. Давайте собирать и посмотрим, что у меня получится. Заваривай пельмешки, наливай чаек и приятного просмотра!
Но как-то быстро я их собрал, даже не особо успел вкусить радость. Но тем не менее, часы эпичные, объемные, что немаловажно. Правда, смотрю и любуюсь. И не жалко ни одного потраченного бакса. Даже full прайс цену они полностью, как по мне, оправдывают. Конструктор Rocker — отличный пример качественного китайского товара. Я думаю, вы и сами видели, что сборка прошла как по маслу. Детали идеально подогнаны, я лишь местами зачищал заусенки после извлечения деталей из пластин. Ну и по привычке смазывал шестеренки воском, чтобы они лучше взаимодействовали между собой. Кстати, я думаю, было видно, что некоторые элементы я клеил на ПВА. Эти моменты отмечены в инструкции. Это вот такие вот столбцы. Маленькие шестеренки, вот эти вот крутилки и некоторые циферки. И клея ПВА в комплекте не было, хотя должен быть. Это связано с тем, что во многие страны запрещены доставки клеящих веществ, поэтому из комплекта тюбик с клеем изъяли. Итак, у нас есть основной циферблат с 12 знаками зодиака. Качество лазерной гравировки отличное, все хорошо видно, механизм часов кварцевый, часики в работе не слышны. Я, честно говоря, ненавижу тикающие часы, они меня бесят. А здесь все зачетно, плавный, тихий ход. Далее можем выставить число с помощью двух поворотных механизмов. Также выставить день недели и название месяца. Жалко, что смена данных не происходит автоматически, поэтому все это мне напоминает отрывной календарь. Утром проснулись и сами ручками, если есть такое желание, выставили новые значения. Остальные же измерительные элементы чего-то там, это просто муляжи. Кстати, если кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях, зачем вот эти вот указатели с неким подобием линейки, что они должны измерять. Просветите, так сказать, неграмотного человека. Также мне понравились различные философские высказывания, они выжжены на некоторых деталях. Кто приобретет, рекомендую перевести и внять китайскую мудрость. В общем, еще раз, часики годные, футуристические, как минимум необычные, на стене смотрятся шикарно, пару человек их уже видели и задались вопросом, где я взял такую красоту. Для всех любителей и ценителей необычных вещей и просто для тех, кому данные часики приглянулись, ссылку на покупку оставлю в описании под этим видео. Ну, а у меня на этом все. Пойду бороздить просторы AliExpress и искать новые интересные товары для моих крутых подписчиков. Удачи, мой друг, пока!